Приветствую вас, друзья. Сегодня столкнулся с такой небольшой задачкой. Значит, хозяин вы? Хозяин квартиры красил потолки. Ну, лучше вы сами расскажите, как получилось. Ну, красил потолки, и вот получились такие просветы, и как бы как шагренько. Сколько раз красили? Вообще, как технология какая была? Красил вообще первый раз в своей жизни потолки. Как в интернете прочел, как говорится, посмотрел. То есть сначала поперек окон, потом от окна к двери. Красил, покрасил, были просветы. Начал перекрашивать, стало еще хуже. Пришлось перешпаклевывать, перешпаклевал, зачистил. Ну вот и все равно. Да, еще раз покрасил. Мне посоветовали более жидкой краской покрасил. Все равно есть шагреньки, есть разводы, какие-то просветы, типа не могу понять, что это такое. Борюсь и не могу с этим. Интересно было бы услышать мнение коллег по цеху. Ну, сейчас покажу, какими валиками красилось. Сразу хочу сказать тем, кто будет говорить, есть там какие-то валики, фирма какая-то такая, Анза, то, что Анза у нас не найти. Поэтому это со средним ворсом и ворс, по-моему, сколько, 4 миллиметра? 4 миллиметра. Типа велюра. Вот 11 миллиметров, а этот 4 миллиметра. Вот такая вот задача. Сейчас буду ее закрывать. Все, всем пока.